20 лет назад случилось кое-что страшное. Родилась тайна. Она мертва. Теперь начинается месть. Я попрошу тебя еще раз. Не вступай в женский клуб. Пап! Войн. Знаю, девчонки могут быть злыми. Пап, все будет хорошо, ладно? Ладно. Я хочу в Капа-Капа-Тау. Может, и ты со мной? Уж лучше сдохнуть. Скажу честно, мне противны клубы, и ты тоже. Я годами наблюдаю, как так называемые сестры портят жизнь девушкам. Добрый вечер, тупые шлюшки! В этом году Капа обязаны принять всех девчонок, кто захочет к вам вступить. Это что за ад такой? От авторов «Американской истории ужасов». Знакомьтесь, это Дженнифер. Ты что, ешь воск? Вы у нас необычные новички. Вам придется потеть больше, чем провинциальным девочкам на бат-мицве. Я не позволю издеваться над ними. Ладно, стерва Спейсик. Похоже, нам с тобой надо уладить пару вопросов. Не смей вступать в Капа-Капа-Тау. Я вступаю в клуб ради мамы. Она умерла, когда я была крохой. Любой женский клуб — это зло. А этот по-настоящему опасен. Вы переночуйте здесь, пока мы с Шанель пьем банановые дайкири в клубе. Доброй ночи. Что это такое? Мы подтверждаем, что вчера одна из студенток, вероятно, получила травму. В этом сезоне. Кто-то скосил ей голову на нашем газоне, мы в ужасе. На меня напал мужик в красном костюме дьявола! Эмма Робертс, Джейми Ли Кёртис, Кайлер Сэмюэлс. Если в Студгородке появился убийца, я прослежу, чтобы все в клубе Капа были в безопасности, пока мы не поймаем преступника. Шантель, почему у тебя из горла нож торчит? Так это вы решили ее нанять? Мне кажется, это вы хотите нас убить. Что это такое? Здесь Капа хранят свои страшные тайны. У каждого есть мотив. И что, мне надо испугаться? Никто не спасется. В самом страшном случае речь идет о настоящем серийном убийце. Смерть Капа. Довольно. Я считаю, что мы сестры. И мы обязаны защищать друг друга и традиции клуба Капа. Если кто-то погибнет, защищая сестру, посвящение можете пропустить. Королевы Крика.